О, Мишка первый пошел. Эй! Вот шпана-то! А что вы их закрыли там? Чтобы это, лапами за бок. А, ну выпустите. Миша уже порядок наводит. Они нервничают вон, что закрыли. Миша зашел и дверь закрыл. А, я а ты куда пошла-то? А? Медведи открывать? Еду класть. А, что-то я тут, думал. Тут не все стерильно. А. Тут все дорогое. Это дорогое. Машенька, я, говорит, еду проверю сначала. Машулька. Ой. Что-то она как-то не в восторге от этого, от соломы. Нашла, говорит, солому. Может, им не очень нравится, что там чисто. А? Может, им не очень нравится, что там чисто. Она уже сонная такая. Сонная. Ну, пускай. Она это, подходишь здесь, тук-тук ей по берлоге надо. Ну, чего, время так, уже. Глазом, как Тоня уже такая. Залезла. Да. Это по-моему вкусненько, не вмещается. Мне кажется, сейчас дырку закроют и спать лягу. Хоть до мая. Хоть до. Они в прошлом году. Ой, а что такое? Сен такой пыльный. Не, это опилки там. А, там же опилки. Что это? Если вдруг они... Опилки нужны для того, чтобы они воду себя лишнюю забирали. Да. Правильно. Не, у Маши есть опилки.